Тех, кто предпочитает не писать, а читать, приглашают на чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Его проведут в Губкинском во второй раз. Горожанам предложат прочитать вслух случайные отрывки из прозаических и поэтических произведений. Для участия нужно просто оставить заявку по ссылке и прийти без какой-либо подготовки, потому что здесь в несколько этапах они будут бороться за звание чемпиона. В первом этапе они будут читать без подготовки прозу, во втором стихи, ну и в третьем три финалиста будут читать тоже неизвестные им произведения, и члены жюри их оценят. Участие в чемпионате бесплатное, но есть возрастное ограничение. Бороться за звание чемпиона смогут горожане старше 18 лет. Соревнования состоятся 2 декабря, начало в 18 часов.